О книжке мы поговорили, теперь самое время обратиться к блокноту. На февраль я решила вместо Doodle Challenge, благодаря книжке, устроить себе Lettering Challenge. Что это такое? Это рисовать по одной букве с завитушками, используя примеры вот из этой самой книжки каждый день. План, как и в январе месяце, провалился просто с треском. Каждый день по букве я не рисовала, но раз в 3-4 дня я все долги закрывала. И сейчас вы увидите, как это было. Погнали!
тебя на...